Приветствую всех на своем канале. Сегодня у меня для вас вкуснейший пирог из лаваша с фаршем. Делается этот пирог буквально за 10 минут. Выпекается за полчаса, а съедается мгновенно. По вкусу он чем-то напоминает пельмени или лазанью, но мне кажется, что он даже еще вкуснее. Подавать такой пирог можно с любыми овощами, свежими или маринованными, а также с любыми видами соусов. Что нам потребуется для приготовления, вы сейчас видите на экране. Фарш у меня смешанный, подойдет здесь любой. Лаваш беру вот такой, правильной формы, прямоугольной, чтобы было меньше обрезков. Итак, готовим. В чашу выкладываем фарш, морковь, тертую на крупной терке, мелко порезанный лук. Вбиваем яйцо, добавляем сливки. У меня это вершок с молока, думаю, что он где-то 10%. И все хорошо перемешиваем. Добавляем еще где-то с полстакана холодной кипяченой воды, чтобы фарш получился жидковатый. Теперь солим, перчим по вкусу. Я положила 1 чайную ложку сверхом адыгейской соли. По желанию можно добавить и специи для мяса. Наш фарш готов, и можно начинать сборку пирога. Листы лаваша я разрезала напополам. Они практически как раз подошли в мою форму размером 21 на 26 сантиметров. Форму я выстелила бумагой для выпечки, но если у вашей формы хорошее покрытие, то этого делать не обязательно. Выкладываем лист лаваша. На него равномерно распределяем 1/5 часть фарша. Снова идет лист лаваша, а на него 1/5 часть фарша. Так собираем весь пирог. Теперь берем еще полстакана сливок. И если у вас были обрезки, крошим их в сливки. Выливаем эти сливки с крошкой на верхний лист лаваша и распределяем крошку равномерно по поверхности пирога. Посыпаем сверху тертым сыром. Этот пирог мы убираем в духовку, разогретую до 180 градусов на полчаса, но максимум минут на 40. Конвекцию при этом я не включаю. И вот такой красивучий пирог а-ля лазанья или ленивый пельмень у нас получился. И казалось бы, очень простой, но какой же вкусный он получился. Слопали мы его, конечно, очень быстро.